Михаил Лысенко начал защищаться в областном суде. Продолжается рассмотрение дела экс-главы Энгельского района. Напомню, его обвиняют в организации ОПГ и взяточничестве. Уже были допрошены свидетели, теперь пришел черед выступления самого Михаила Лысенко. Свою вину он не признает и заявляет, что хочет доказать непричастность к преступлениям. Экс-глава подробно рассмотрел все пункты обвинения и высказал свою точку зрения по каждому из них. Рассмотрение дела будет продолжено.